Всем привет! Здравствуйте. С вами любитель старого. Опять какую-то на помойке нашли старье, и давай его открывать. Мы даже подложку нашу крутую не стали менять на ОСУ-подобную или ФБшную, лишь потому, что просто... А что тут, господи? School Wayne, поместье, Мэнс... это пещера Астромантера. Пещера. Ничего себе пещера. Ну давай посмотрим, что там внутри. Что же внутри этого классического ФБшного террейна? Астромансера нам не завезли, но зато на черепах стоит домик астромансера. О, у нас астропатическая рука. Все, уйди. Хоть какой-то толк. От лишних рук. От зынчи какой-то толк есть, даешь лишние руки. Ну давай. Достанем что-нибудь оттуда. Она поднимается, видимо, да? Коробка огромная. Давайте сразу маленький ликбез в историю. Конечно, ждете его. Эта коробка больше не производится. Она к почившему ФБ выпускалась. И что самое интересное, коробку эту теперь хрен вы где достанете. Только если в магазине каком-то продается стареньком. Коробка офигенная. Стоит такой террейн до 3000 рублей на сегодня, на январь 2017 года. Я могу сказать, что это уникальный артефакт былого величия Fantasy Battle, когда террейн был очень крут и разнообразен. Будут ли перевыпускать, я скажу, навряд ли. Потому что, видите, да, это не ледник какой-то, это такие вот куски огромные. А представляешь, на развалинах какого-нибудь ФБшного мира, АОСы там вот они такие, о боже, кто это, что это за великий скелет с молотком? Да, вот так они собираются, эти штуки. Как-то, вот, смотри, тут магики заходят. Что-то еще нам дали. Воу. А вот теперь литник. А, тут видишь, как интересно. По сути, здесь вот это вот отдельно, а вот это вот отдельно. Вот эту башню, по-моему, еще можно купить отдельно, саму вот башенку. Мне казалось, что я видел, хотя могу ошибаться, не знаю. Посмотреть сейчас будет инструкцию, там-то будет понятно. Мне казалось, что вот такую башню можно отдельно купить, а вот это вот дополнение как раз, оно и представляет основную ценность. Ну, погнали. В общем, вот эти два больших куска очень смачных собираются вот такое красивое сооружение. Оно реально очень крутое. Здесь вот такие деревянные, можно хоть витильницу сделать. Черепки, деревянное сооружение, башня, как в Горце первом, а там Рамир разберется с кем-то. Не домик круто. На скале, а там сидит кто? Там сидит звездочет, да. Который в телескоп, вот здесь вот этот телескоп с линзами наблюдает за... А чем он? Зачем? За кометой можно наблюдать. Кометы, да. И ожидает приближения конца времен. Дождался, и как бы на этом все и закончилось. На этом и схлопнулся, да. Было жалко. Нет. Слушай, ну, он сделан в стиле классических вот этот вот поместья ФБшного старого, пластикового, с башнями. То есть, вот эта черепичная крыша, вот эти все барельефы. То есть, ну, классическая вот ФБшная тема. Имперская, естественно, имперская, да, мы, если мы говорим про, следующий, как бы именно... Здесь два одинаковых литника, на самом деле. Два одинаковых? Да, абсолютно. Да, это два одинаковых. Сама башня. Давай посмотрим один. Тоже очень много вот этих черепов в орнаменте. Вот поэтому School Wayne она и называется. Здесь тоже комета, кресты зигмаридские. Все как надо. Но детализация офигенная для террейна. Очень крутая. Это всякие маленькие дверцы. Очень классно выглядит. Ну тут, конечно, в комментариях, в общем-то, не нужно. Вы все сами видите. Не, на самом деле, эта башня специально для этой штуки сделана. Она похожа на классическую, но это совсем-совсем уникальная штука. Совсем-совсем уникальная. Она похожа на классическую башню, колдунскую, но вот нет, она выглядит по-другому. Конечно, очень здорово. Конечно, очень здорово. Детализация мега-эпик. Ну, кстати, намного лучше, чем вот тот текущий террейн, потому что мы делали анбоксинги уже. Uh-huh. Все-таки там мыло побольше, более какие-то крупные такие куски. Uh-huh. И видно прям, вот мы анбоксили террейн для ОСА, видно, насколько он отличается. Справедливо. А тут прикольно, всякие вот скелеты, черепки, горгульи тоже. Ну, обычно, опять же, империя, вот этот дух именно империи, который всегда вот привлекал. Да. Потому не понимаю, что знаковый почему, такой вот был. Почему перестали выпускать такую шикарность? Если бы она стоила, вот кровожад стоит 6000 рублей. Это, вот эта вот постройка огромная, на данный момент стоит там 3000, если где-то найдете ее. Я не понимаю, ну какого хрена, ну не 3000, ладно, оно сейчас, наверное, будет, кто знает, кто шарит, тот в рарности она будет 6 тоже стоит. Но вот этот вот кровожад, точнее, какого? Именной кровожад-то, господи. Скарбрант. Скарбрант. Давай поближе инструкцию посмотрим, потому что она вот будет более интересна, мне кажется, ну, давай, чем обычно. Инструкция по сборке. Начинаем.
Значит, сначала собирается базовый, вот этот вот элемент, на котором все стоит. Uh-huh. Да, получается здание, вот этот вот высокий домик, uh-huh. пристроечка. Uh-huh. Далее крыша к нему собирается и собирается кусок моста. Как мы видим, вообще охрененно. Небольшой элемент, это вот мост. То есть явно, что это на утесе каком-то или на скале. И он там вот этот звездочет, он живет в этой башне. Ну, это его, видимо, лаборатория, он там живет. А потом он иногда ходит смотреть, куда? Угу. На смотровую площадку, на которой находится как раз обсерватория. Собирается вот площадка для башни, ну, сама вот эта вот башня. Мы показывали два одинаковых ледника. Ну, вот. И вот смотровая. И, соответственно... Ну, чтобы вы поняли, да. Вот размер, пожалуйста, этой же штуки. Да. Вот она. И вот туда. Можете оценить. Туда наверх. Туда наверх. И туда наверх. Вот, получается, что? Получается, еще один этаж. И вот она. Может быть, башня смотровая, да? Смотри, тут как бы два варианта, да? Battlements, именно башня. А может быть, именно обсерватория. То есть вообще огонь. Площадка с телескопом, откуда он наблюдает, и вот как это все выглядит. То есть, по сути, это вот два варианта. Либо это дозорная, я так mm-hmm. понимаю, башня для yeah. имперцев, потому что очень красиво все это украшено. Либо это действительно звездочет, в ней там... Ну, наблюдать, на полу, конечно, дозорно, это очень круто. Там можно модели поставить, там можно даже зайти. Там есть лесенки везде. И знаешь, зажигать огни сигнальные Гондор. Чтобы орлы прилетели. Чтобы хоть кто-нибудь прилетел и спас ВБ. Все, конец. Мэйдэй, мэйдэй. Конец красиво, конечно, прикольно. Ну, на столе такую штуку увидеть было бы очень здорово, конечно. Но только в настолье. В настолье в городе Москве. Крашеный террейн. Почему я, собственно, и захотел этот анбокс? Потому что я видел эту штуку вживую, и я ей очень вдохновился. Кто смотрел обзор настолья из Москвы, нового клуба, тот наверняка видел, там заметил вот эту огромную крашеную конструкцию. Очень клево, очень красиво. Ну, давай еще вот обратную сторону коробки покажем тоже. Да. Потому что здесь в полном. Фактически это масштаб один к одному. Вот он и будет, да, потому что вот этот элемент. Кстати, да, тут сложно поспорить, это действительно масштаб один к одному. Да, да. Да. Вот такой вот он огромный. Да, вот, пожалуйста. Не, выглядит классно. Выглядит, конечно, классно. И мостик, и все это очень антураж, конечно, создает определенный. Да. Здорово. Размер просто нереальный, чтобы вы понимали, типа такой... Вперед, за Армагеддон, стальной легион! Размер? Ну, пожалуйста. Ну, в дверь проходит. В дверь проходит. Причем идеально проходит дверь. Это реально масштаб ФБ. Ну, отлично. О, господи. Пойду писать владельцу, продай, ублюдок, продай! Да, хорошая это штука, здоровенная, прикольно. В общем, вот такое опять возвращение в прошлое, небольшой ретро-анбоксинг от The Station. Если вам понравилось, пишите комментарии, у кого есть. Мы вас с этим поздравляем, собственно говоря. Класс. Ну и всем поиграть на таком. Подписываемся на наш сайт, потому тренинг. Что, возможно, эта штука будет у нас участвовать в репортах очень-очень-очень часто. И лайкаем, комментим, не забываем ФБ и Age of Sigmar. До свидания, все, спасибо, пока. Пока.